Привет, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем проходить увлекательную пазл-игру Маускрафт. Ну, собственно, как и ожидалось, сразу же после завершения съемки на меня пришло озарение, как же пройти 15 уровень. Собственно, здесь ничего сложного. Как и ожидалось. Ну, так. Сюда. А это мы поставим вот так. Все, можно запускать наших мышек. Один мышка прыгнул. Второго подождем. Ну и теперь можно взорвать. Все, все бриллианты собраны, все мышки благополучно доберутся до сыра. И вот, собственно, что, наверное, было в нашей коробочке таинственной. Какая-то фигня. Jelly Bricks. Желатиновые, желейные эти блоки. Интересно, что они нам дадут. Ну ладно, давайте дальше. Так. Значит, как я понимаю, эти штуки могут падать теперь сколько угодно, да? То есть это можно сразу взорвать. И можно пускать... Эй! Ой, я нажал нечаянно R. Это... Угу. Вот бывает досада. Е! Так, можно немножко ускорить. Звук прикольный, вообще жесть. Можно сделать так. И можно опять ускорить. Замечательно. Наши мыши все нашли. И все живые. Просто супер. Так. Значит, это у нас по-любому сюда. Так, у нас есть вот эта штука. Если мы взрываем здесь, она падает сюда. Так, ну нам нужно еще здесь собрать. И у нас зачем-то есть вот эта штука. А, я, кажется, понял. Угу. Так, значит, мы запускаем наших мыфок. Так, пауз. А? Так, одна проходит сюда, потом мы взрываем эту штуку, это падает сюда, и все выглядит вроде бы хорошо. Но как это будет на практике? А на практике все нехорошо. Угу. Зачем-то у нас кубик еще есть. Так. А ну-ка, если мы взорвем сразу здесь. А, все. Все, я понял. Только я не понимаю, зачем нам вот эта бодяга. Абсолютно не понимаю. Ну, ладно, не суть. Я, кажется, понял, как и что здесь сделать. Так, пока они идут, мы это поставим сюда. Замечательно. Так. Сейчас вот так. Теперь это мы делаем так. И я действительно не понимаю, нафига вот эта штука. Ладно. Сейчас мы под... Оу, стойте, нет.
У нас есть один динамитик. Собираем здесь. Что если так? А тут взорвать? Оказывается, здесь не все так просто. Я, кажется, понял. Дорогие друзья, я, кажется, понял. Ну, нам одной мыши хватит. Теперь мы подрываем. Это мы ставим сюда, и все, мы ускоряемся. Да, все замечательно. Все мышки у сыра. Механизм работает. Далее. Блин, реально четкая музыка. Так, мыши у нас тут. Вот это по-любому сюда. Они идут сюда, 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 падают сюда, потом туда, одну мышу сюда. В общем, я что-то нагородил такое страшное. Да, это сюда. Это вот так, это так. Что-то мне это не нравится. А я знаю, почему мне это не нравится. Потому что сделал не так. Так, ну вот это да. Это сюда правильно. Теперь мы взрываем вот здесь. Блин. Сам же ж помог крысам. Так, мы взрываем. Взорвали, взорвали. Или нет, не то все-таки. Ну ладно, мы поставим сюда. Крыски подбирают, идут сюда, я взрываю здесь. Они проходят сюда, а как собрать это? Хотя нет, вот эта штука, наверное, должна будет быть здесь при подъеме. Так. Тогда как выйти? Одна, одна, одна. Можно все-таки сначала взорвать здесь. Ну хорошо, мы взорвали. Что если... А, все замечательно. Все. Можно проходить.
Так, все замечательно пока что выглядит. Так, давайте мышки шустрее. Еще шустрее. Замечательно. Теперь так. И теперь так. Да, все. Все три бриллианта, все три мышки. Все путем. Проходим дальше. Так. This is сюда. Ну, все получается. Эй. Нет. Это не то. Я не так хотел. А. Так тут еще все проще. О, я прошлепал эту мышку. Засмотрелся сюда. О, теперь я не пройду. Так, значит, еще раз. Это сюда. Так. Это делаем так. И это делаем так. Все, все мышки теперь доберутся. Все супер. Далее. Так, levels can be longer than 15 blocks. Это типа теперь у нас длинные уровни. Ух ты. Круто, что теперь мы не въезжаем в Full HD монитор. Так. Ну что ж, мы здесь уберем. Так, я так понимаю, сделал это зря, потому что я их теперь не смогу убить. Так, сейчас мы дождемся, пока мыши пойдут в эту сторону. Да уберись ты, подсказка. Так, вот, теперь можно взорвать. И сейчас... Воу-воу, что это было? И сейчас нам нужно будет прибить наших мышей. Так, стойте. Я так понимаю, вот этот блок нам дали специально. Ну и теперь, в принципе, можно начинать. Взорвали и... Вновь. Да. Ух ты, мы прошли первый блок. Мы приступили ко второму. Так, котик опять покупает сырок. 21 уровень. Ну что ж, приступим. Так. Это сюда, это, наверное, сюда. Так. Ну, походу, можно начинать. Если не торопиться.
Хотя нет, стойте. Сейчас все мышки будут падать вниз. Это плохо. Или нормально? Ну, знаете, давайте-ка мы попробуем. Мы взорвем. Эй! Нет! Так, значит, все-таки не так. Я понял, наверное. Да, нам нужно сейчас запустить наших мышей, чтобы двое вернулись. Ну или хотя бы одна. Вот, теперь можно взрывать. Одна пока пойдет покуролесит. Теперь мы можем спокойно забрать. Отлично. Теперь мы преградим путь одной из мышек, чтобы она забрала окончательно все остальное. Замечательно. И теперь ей ничего не мешает добежать до сыра. Все прекрасно. Ну что ж, 21 уровень пройден. Это же 21 был, да? Да, это был 21. Так. А здесь интересный уровень. И как же его пройти? Так, ну я так понимаю, что вот это по-любому должна будет быть здесь. Должна быть здесь. Потому что отсюда, если кто-то будет падать, то по-любому здесь должна быть эта штука. Это, наверное, будет здесь. Ну, или, во всяком случае, где-нибудь вверху, но потом она упадет сюда. А как сделать, чтобы мыши пошли сюда? Хм. Так. Так. Ну, допустим, так. А вот это мы, допустим, сделаем как-нибудь так. Мыши идут сюда, падают сюда, проходят сюда и возвращаются. Я взрываю вот эту штуку. Ну, выглядит все хорошо. А как это будет на самом деле? Давайте посмотрим. Так, давайте-ка их немножко ускорим. Так, стойте. Мыши падают. Все пока выглядит замечательно. И теперь мы взрываем здесь. И да, все три бриллианта собраны, все три мышки благополучно попадут к сыру. Хм. Ух ты. Резервуар. Water obstacle. Резервуар с водой. Угу. В общем, мышки могут находиться под водой 10 секунд. Круто. Я, например, этого не знал. Так. У нас есть две вот такие штуки. Наверное, это мы поставим сюда. А это мы поставим куда-то... Кстати, у нас есть динамит? Да, у нас есть динамит. Тогда все нормально. Ну, вроде как все нормально. Давайте запустим. Так, я немножко ускорил, так что вы не удивляйтесь, что секунды бегут так быстро.
Замечательно. Наши мышки живы и здоровы. И добрались до сыра. Еще и собрали все бриллианты. Perfect. Так, у нас есть крыса. Я знаю, что с ней сделать. Наверное, знаю. Да, а здесь мы взорвем, и крыса пока будет идти. У нее что же 10 секунд? Она сейчас умрет. Да. Теперь мы можем поставить блок вот таким вот образом. Мышки пройдут до самого не хочу. Начнут возвращаться обратно. Одна мышка пойдет сюда. Потом мы взрываем эту штуку. А, она и так уже будет взорвана. И вернется обратно. А две другие соберут здесь. Ну, выглядит хорошо. Посмотрим, как это будет на самом деле. Так. Одна мышь должна пойти дальше. Вот. Отлично. Замечательно. Ну, вроде бы все нормально. Три бриллианта, три мышки. Все путем. Кстати, я только сейчас заметил, что у нашего кота сзади есть пропеллер. Какой-то кот Карлсон. Интересно, зачем коту пропеллер? Ух ты. Здесь уже все серьезно. Но это мы взорвем, оно упадет вниз. Это так. Сюда-сюда. Так, я так понимаю. Ой, а чего это оно упало? Мы берем это сюда. Вот, теперь мышки смогут вернуться обратно. Ага. Теперь бы нам придумать, как мышек вывести отсюда. А, еще здесь. И потом обратно сюда надо же будет их вернуть как-то. И явно не так. А скорее всего... Ой! Ой! Ты чего? А, ну в принципе и так можно. Но вот эта штука, например, вообще не подходит. Хотя тоже подходит. Угу. Ну, тут все нормально. Здесь... Вот как быть здесь? Здесь не совсем ясно. Но хотя, если мы поставим блоки сюда... Потом мы, допустим, положим сюда еще один блок. Угу. Ну, тут мы определились. Теперь как вывести мышек? Ну, в принципе, можно так и вот так. Мышки проходят сюда, прыгают сюда, собирают бриллиант. Идут дальше, собирают еще... А где еще один бриллиант? А, под водой, все правильно. Идут сюда, я взрываю эту штуку, идут сюда. Потом мы ставим блок сюда, а этот блок мы ставим сюда. Ну, вроде все хорошо. Запустим. Так. Падает, идет... Взрываем. Да, пока что все хорошо.
Отлично. Поставили. Поставили. Можно ускорять? Да, все круто. Замечательно. Дальше. Так, это у нас уже какой уровень? 26-й. Ну, я думаю, до 30-го уровня я дойду, и будет все хорошо. Крысы. А что, если мы разрешим крысам пойти в воду? Я же думаю, они умрут, пока будут идти. Путь долгий. Да, крысы умрут. Только что мне от этого? А в принципе, смотрите, дорогие друзья. Нет, дорогие друзья, не так. У нас есть еще один бриллиант вверху. То есть нам нужно изначально взорвать. Этой крысе мы дадим свободу. Но нет, опять не то. Что-то совсем не то. Так. Нам по-любому нужно избавиться как-то от крыс. Ну и нам нужно в свою очередь заставить как-то мышек вернуться обратно. И как это сделать? Взорвем. А если мы поставим сначала это? Ага, потом блок упадет, и он нам ничего не даст. Тоже ничего. Значит, все-таки нужно сначала взрывать. Ладно, с первым мы определились. Может, здесь потом сделать. Нам надо, чтобы как-то мыша попала вверх. А что если так? А может так? Знаете что? А ну-ка мы вернем обратно. И мы здесь поставим. Так, блок. А вот этот блок мы поставим. Как его поставить? Если так поставим, это ничего не даст.
Крыски. Кажется, я понял. Или нет? Да, все-таки кажется, я понял. Только я сглупил. Немного не вовремя поставил. Сейчас мы сразу избавимся от всех трех мышей. От крыс, точнее. Мышек мы не будем убивать. Вот они сейчас все пойдут сюда, сюда, сюда. И тут утонут. Наверное. Да, утонут. В общем, мы взрываем здесь. Запускаем наших мышей. Ускорим немножко. Так, есть. Теперь мы ставим вот эту штуку вот так. И взрываем здесь. Ого! Аллилуйя! Замечательно. Я думаю, наши мышки не умрут, пока добегут. Супер. Ух ты. Что нам это дает? Crumbling bricks. Разрушающиеся камни. Ага, то есть можно, чтобы только две мышки прошли по этой штуке, и потом она, короче, развалится. Ну ладно. Посмотрим, что это за crumbling bricks. Так. Взорвем. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Подохли все. По делам им. Так. Здесь так. А вот это, наверное, так. Давайте что ли проверим. Я что-то мне кажется, что это все-таки не так. Да, все-таки не так. А как тогда? Ну это по-любому надо взорвать. И вот это по-любому сюда. Наверное, здесь надо что-то пораньше сделать. Типа так. Но нет, эти не умерли. Хм. Значит, не так. Анархист. Что значит анархист? Так. Падай ты уже. Стало очень плохо, тут все было. В общем, это мы поставим так. А это мы поставим тоже так. Может так? Давайте проверим. Замечательно. Perfect. Так, 28-й. Это сюда, 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 сюда. А, стойте, тут еще карта продолжается. Ух ты. Нехило так.
Не понял. А, понял. Я неправильно сделал. Вот эту штукенцию мы сюда, наверное, засунем. Или нет? Ладно, давайте посмотрим, что произойдет. А, в принципе, все нормально. А вот это нехорошо. Я понял, я сглупил. Нужно было все-таки вот эту вот штуку ставить сюда. Угу. Угу, угу. Да, теперь можно запускать. Ой! Ой! Нет. Ага. Угу, угу, угу. Все. Сюда. Да, все-таки это долго приходит. Как раз две мышки, получается, у нас доберутся. А вот это не доберется, но мы для нее взорвем здесь. И потом поставим сюда этот блок. Да, вот так. И теперь эта мышка тоже залезет. Так, ну тут вообще уже круто. Ну, наверное, так. Да, наверное, так. Давайте пускать наших подопытных. Так. Мы можем взорвать здесь. Теперь мы можем взорвать здесь. Да и здесь мы можем взорвать. Сейчас и тут взорвем. И тут теперь. Ну и теперь как-то сюда, что ли. Вот так. Да. Все замечательно. Все бриллианты собраны. Так, левел 30. Оу, дорогие друзья, это последний левел, который я сегодня пройду. Так. У нас есть одна взрывчатка. Круто. Сюда. Это, короче, как-то бахнет. Я так понимаю, это ставим сюда. Он падает, ползет сюда, берет. Потом мы берем бомбочку. Или нет? А вот это мы как поставим? Так, но это нам ничего не даст. Нам нужно что-то такое посерьезней. У нас есть одна бомбочка, да? Хм. Я в предвкушении того, что нам нужно убрать этот блок сперва.
Или не надо? Нет, нам не надо убирать этот блок. Сперва. Так, давайте что ли, может, сначала мышек запустим. Посмотрим, чего они тут вообще натворят. Так, в общем, они куда-то упали. Теперь может так взорвать? А, я все понял. Отлично. Level complete. Так, дорогие друзья, давайте вылазьте отсюда. Вот. Все, 2 бриллианта, 3 мышки. Все как и нужно. Мы прошли 30 уровень. Так, нажмем дальше, посмотрим, что же там еще. Угу. Ну что ж, дорогие друзья, что в 31 уровне и как его пройти, вы уже узнаете в следующей серии Mousecraft. Ну, а на этом все. Ставьте больше лайков, чтобы быстрее вышла новая серия. До скорых встреч, дорогие друзья.